Первое правило – это верить в себя. Второе правило – это не бояться трудностей. И третье – заниматься тем, чем ты занимаешься с удовольствием. К черту все, берись и делай. Знаете, мне было страшновато. Мне казалось, что особенно когда я на вот этом отборочном туре встретилась с коллегой по цеху, с Еленой, которая в предыдущей номинации выиграла, мне показалось, ну где Big Pharma и где наша маленькая компания. Поэтому, ну, с другой стороны, я могу сказать, что очень интересно обменяться какими-то, ну, казалось бы, банальными деловыми впечатлениями с такими же, как ты. Очень интересно. Первым делом в офисе я смотрю в зеркало и хочу почувствовать свое настроение и его скорректировать, если это необходимо, для того, чтобы зарядиться бодростью на весь оставшийся день. Безусловно, это телефон, да, он все равно же на рабочем месте. Второе, у меня все равно, несмотря на то, что телефон может вместить в себя все, у меня записка с перечнем тех вещей, которые я должна не забыть от секретаря. И третья фотография моих детей.